А конечно, берешь подержанный, да и все. Да, да, что да, тут ебаться? Вот именно, блядь. Цвет можно любой покрасить. А, правильно, да. Конечно, это все долбоебы. Все, понял, делают эти вещи. Опа! Подружаня. Не поняла. А, это, блин, ты же старая у меня бегала. Сейчас ты помолодел, смотрю. И без костыля уже. Что? Ну ты была слишком старой, господи. Ну вообще-то ничего не изменилось, знаешь? Как это ничего не изменилось? Ты покрасил. А то, что у тебя в голове, в глазах была аномалия, это не моя проблема. А-а-а, обиделась, ну ясно, все понятно. Знаешь Богдана с Пашей? Нет. Жок. Не ори. Не ори. Снежок, ты чё там? Кто-то? Застрял? Нет. Собаку не трогайте, блядь. Да, собаку не трогай. Ладно, не получится, похоже. Нельзя собак трогать. Так-то лучше. Плюс я еще свою машину отсюда вижу. Ум, зачитаешь? Ничего себе, там чудачка есть. Как там? Вы все говно. Обидно вообще-то. Не получайте себя из-за своих родителей. Спасибо. День добрый, люди. Вам нужен дом в округе Искусства? Нет. Нет. Пока. На кайфах, брат. Дома не нужны, в Бога не верю. У нас есть деревья. Преграда. Уолтер, да? Да. Я думал, он тут катается. Я думал, он катается. Вон он белый. И все, пипец, все лагает, все застревает. Это наш компон, смотри, что-то, потому что... Я вообще у меня, блин, МТСик. Я с МТС подсажу. Не видишь, нормально. Надо с компом что-то смотреть. Ну, а причем тут компом, причем тут соединение интернета? Ну то, что не грузит браузер, бывает, долго грузит там, программки долго открывают. Надо ошибки резко смотреть. А может влиять то, что этот роутер старый? Хотя я напрямую, когда подключаю, то же самое. Ну, так, по идее, из-за роутера может тоже. Ну, это просто чисто так. А так надо, ну, эти РС так чисто. Ребят, у меня один зовут, если что. А у вас как? А у вас как? Очень приятно, Олег. Вы из России, да? И как там сейчас, наверное, холодно? Или тепло, кстати говоря. Как у вас в конце сентября? Снег уже идет или нет? Слышно меня? Алина? Алина, блин! Понял. А, все. Отходила, да? Понял. Да я спрашиваю, что, прости, про снег спрашиваю, идет снег или нет? Блин, да, тебя, кстати, очень плохо слышно. И не знаю.